Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Если ты смотрел мультфильм «Тачки», ты сможешь поставить лайк за 5 секунд и напиши в комментариях, какой персонаж из мультфильма «Тачки» твой самый любимый. Мой лично Молния Маккуин. Вау, да ты просто супер! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем играть в улетную супер игру под названием «Тачки». И, естественно, проходить ее. Но перед тем, как мы начнем, я покажу комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть на экран ролика прямо как эти крутые ребята, нужно-то всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать свой очень крутой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в следующий ролик. И обязательно досмотреть до конца, потому что в конце будет кодовое слово и будет очень интересно. Ну а мы погнали. Нажимаем на миссию, все, поехали. Тут мол Маккуин. Ответ на удар. Инструкция. Догони хулиганов, удар их по 3 раза и верни свои вещи. Следи за временем. Все окей, я понял. Поехали. Погнали. О, мы летим по встречке. Мы летим по встречке. Чего? О, вот он. Вот он, диджей. Нужно его догнать, походу. Так, будем следовать за ним. Будем следовать за ним. Нужно его догнать. Посмотрите, эй, мы... Что, мы летим по встречке. Вообще-то так нельзя. Ребят, за это поставьте лайк. Так, удар. Оу. Оу, это сложно, это сложно. Так, мы его должны догнать и забрать коробку. Так, ударяем и забираем коробку. Найс, одну коробку мы забрали, осталось еще третья. Так, так, диджей слишком быстро, он куда-то уезжает. Так, оу, все, 3 коробки мы забрали, отлично, отлично. Бак, все, мы его привязали, привязали. Так, следующий у нас, оу, так, берем еще одну коробку. Окей, получается, получается, но пока что я не вижу... Оу, я не вижу экрана, я не вижу экрана. Молния Маккуин настолько большой, что он прям занимает весь экран. Так, и 2-я коробка у нас есть, отлично, отлично. Воу, что он делает? Надо маневрировать через машины. Блин, я не думал, что на самом деле гонка будет настолько тяжелая. И воу, догнать будет тяжело. Воу, чуть не врезался, чуть не врезался. Что он творит? Что он творит? Воу, как уворачиваться? Ладно, ладно, пора собраться и... Да догнать, воу, что он делает? Он специально бьет другие машины, чтобы я врезался. Окей, так, ударяем его. Смотри, так, догоняем, бац, воу, найс. Я коробку, ау, собрал коробку. Так, осталась еще 3-я коробка от чувака с крутым бампером. Подожди, как это называется? Это называется спойлер, с крутым спойлером. Так, ударяем его, пау. Найс, 1-я коробка у нас есть, 1-я коробка у нас есть. Теперь нам нужна 2-я, опа, 2-я есть, 2-я есть. Оу, я не вижу, так, 3-я у нас тоже есть. И теперь нужно дальше. О, вот она, та самая крутая тачка, та самая крутая тачка. Оу, что он делает, что он творит? Так, нужно быстрее, быстрее отомстить ему и забрать наши вещи, которые мы украли в прошлой миссии. Так, 1 коробка есть, 1 коробка есть, это отлично. Нужна дверь. 2-я, найс, 2-я есть. Воу, чуть не ударился, чуть не ударился. Так, оу, вы видели, что он сделал? По-моему, он жульничает, он ударяет машины, чтобы они врезались в меня. Так нельзя делать, получи по заслугам. У него слишком большие колеса задние, надо его ударить за это. Так, ой-ой-ой-ой-ой, чуть не ударился. Найс, 3-я коробка, yes. И мы прошли эту миссию, ура, ребята, молодцы. Большое спасибо всем, кто смотрел этот ролик. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите следующих роликов. Ну а кодовое слово для того, чтобы попасть в этот ролик, будет... Молния. Все те люди, кто напишет слово молния в комментарии, обязательно попадут в следующее видео. Ну а с вами был Личи и до скорых встреч.